Космическое свечение для символа покорения космоса. Чтобы и в ночи ракета «Союз» на проспекте Ленина была заметна всем, жители ближайших домов предлагают подсветить памятник. Видимо, она теряется совсем, то есть не освещение. И многие наши ветераны решили обратиться к вам, чтобы сделать хотя бы в ночное время подсветку. Глава Самары Олег Фурсов инициативу поддержал. К созданию динамичной, интересной подсветки можно привлечь молодых архитекторов и объявить конкурс. Было бы интересно увидеть мнение наших горожан, создать нашу совместную комиссию. Мы готовы это сделать самостоятельно. Проводите конкурс, определяйтесь со сметами. Угу. Департамент градостроительства поговорит с возможными меценатами и инвесторами. И тогда в сентябре вернемся к этой теме. Общественный совет микрорайона тоже должен принимать участие. Безусловно. С той точки зрения, чтобы не было каких-то конфликтов с жителями, не было потом нареканий. Заявки будут принимать до осени. В новом свете «Союз» может предстать уже к 12 апреля 2018 года. Кроме того, рядом с музеем «Самара космическая» установят памятник инженерам ракетно-космической отрасли. А вот жители Ленинского района просят привести в порядок площадь у музея Алабина. У нас благоустраивается район, и то, что многое сделали, но есть недоделки, которые сильно мешают воспринимать всю картину в целом. У нас очень зеленый район, и газоны, скатывается земля на асфальт, тем самым у нас становится грязно. Муниципальным предприятиям поручено привести в порядок склон, а районным властям разработать единую концепцию ограждений газонов. Ремонтировать будут и площадь перед музеем. За помощью обратятся к областному правительству и инвесторам. Если даже 30%, предположим, там наберем денег, мы же можем в этом году часть выполнить, да? Двухлетний, да, двухлетний контракт. Сможем двигаться постепенно. Это уже будет заметно. Вдова известного самарского художника Юрия Филиппова обратилась с инициативой установить памятную доску мастеру на фасаде здания Самарского социально-педагогического университета на улице Ленинградской, где когда-то преподавал Юрий Иванович. Юрий Иванович для нас, конечно, символ, потому что очень много сделано для того, чтобы запечатлеть город, конечно, наши красоты природные, людей наших. И, конечно, мы здесь поможем. Проект памятной доски тоже должны разработать в сентябре, а для школьников будут организованы экскурсии на выставку картин Юрия Филиппова. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.